Сегодня мне пришла новость от компании «Русская дымка», которой я хочу поделиться с вами. Новость касается акции, которая там проходит. Присоединяйтесь. Поехали. Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Самогон Саныч. Итак, о новости, которая пришла от компании «Русская дымка». В «Русской дымке» запустилась акция, которая продлится до 30 апреля. В чем она состоит? При оформлении заказа, в котором будут три товара, а именно коптильня «Ханхи» на 20 литров. Об этой коптильне я только вчера опубликовал ролик на канале, показывал, делал ее обзор, так что я думаю, многие из вас его помнят. Если нет, ссылочка появится на него на экране. Значит, коптильня у меня оставила весьма положительное впечатление. Ну, а в течение этого лета я буду на ней, конечно, коптить и с вами делиться, уважаемыми зрителями, рецептами, что я сделаю в этой коптильне горячего копчения. Следующий товар – это самогонный аппарат «Германия 2» с кубом на 20 литров. Обзор на этот аппарат я также снимал, и вы, наверное, его помните. Аппарат тоже мне весьма-весьма понравился во время обзора. Но поделюсь еще раз с вами секретом, что я собираюсь на нем сделать качественный, хороший самогон. Деревенский самогон, если угодно. И сделаю такое полное видео, вот начиная с бра и кончая дегустацией. Поэтому я думаю, это видео вам придется, что называется, к столу. В этом видео я поделюсь всеми своими фишками, всеми своими секретами, как я делаю самогон без запаха и похмелья. Третий товар – это автоклав «Ханхи». Извиняйте, уважаемые зрители, «Ханхи» у меня немае. Но это не значит, что его не может быть у вас. Поэтому при покупке вот этих трех товаров сразу, мало того, что каждый товар в этой акции имеет свою скидку, вы получите еще дополнительную скидку. А именно, при вводе в корзине промокода «Апокалапсис», промокод пишется латиницей и заглавными буквами, вы получаете скидку 13% на всю сумму заказа. Я уже тут позволил себе кнопочки на калькуляторе понажимать. Вот получается, что сам заказ получается 26 770 рублей. Скидка 13% составляет 3480 рублей. И в итоге заказ вам обойдется в 23 290 рублей. Что весьма неплохо в наше непростое время. Кроме того, как вы понимаете, и коптильня, и автоклав, и самогонный аппарат сослужат вам этим летом добрую службу. Ну, самогонный аппарат, понятно, он круглогодично может работать на вас, тут нет вопросов. А вот коптильня и автоклав все-таки имеют некую сезонность, потому что коптить можно лучше на природе и в лето. Хотя эта коптильня, в общем-то, работает и на обычной газовой плите. Здесь просто шланг, который выбрасывается в форточку, и вы можете коптить, так сказать, у себя в квартире, не выходя на природу. Ну, а автоклав, понятно, что сезон заготовок, который неминуемо приближается, естественно, этот автоклав вам сослужит добрую службу на вашей кухне. Ссылочку на производителя и автора данной скидочной программы я оставлю в описании. Проходите, посмотрите, и, возможно, это как раз то, что вам нужно. На сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик, который находится под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. Пишите комментарии, ставьте лайки. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолий!